привет, друзья. Суббота. Минус 10 показывает в Бэхе. В телефоне минус 9. Немножко с погодой не повезло. А так неплохо. Так, человек с полной бутылочкой, это хороший знак. Оффроуд будет четкий. Я думаю, мое прибытие на покатуху было рассчитано до секунды, но позвонил очень один известный человек. Сейчас вы увидите его и обрадуетесь. Он на новой машине. И сейчас мы будем на ней лететь. Смотрите, какой красавец шепчет. Вот кто нас ждал. С новым мотором. Новый мотор, да? Конечно. Смотрите, тут 69-й с правильными ручками. Ну, конечно. По машинам, блин. Крыша тут, печка, все. Сиденья какие модные. Регулируются со всеми наклонами. Да ладно. Огнетушитель, все есть, короче. Да. С чего начинал, к тому и пришел. Сейчас этот жесткий пилот, что-то мне уже страшновато становится, блин. Смотри, я сейчас тебе буду занос. Пристегни меня, не надо, я тебя прошу. Сейчас будет занос. Экшн, так мы же прямо выезжаем или нет? Не-не-не, сейчас будет дрифт. Ой, блин. Может, я пешком буду рядом бежать? Не, ну можно и так. Это жестяк, это... И все. Ты шо тут, блядь? Давление, лянь какое. Давление вообще, а спидометр как работает? Не, ну, тут серьезная подготовка. Уже звонили, все нас ждут. А капот ровный какой, Витя, Витя, блоки, Витя. Впервые, не кожаные еще. Блоки? Не, капот не кожаный. А, капот не кожаный. В смысле, он имеет в виду, что не ходили по нему ногами, да, ты имеешь? Да, да, да. Не кожаный, не топтанный. Ёк, смотри, какая хорошая тут дорога, блин. Хорошо, что мы на Бэхе сюда не поехали. Ёханы, бабай, дрифт. Ручник подтягиваешь ты? Ё-моё, посмотрите, что тут происходит. Это жесть. Я тебя прошу. Опа, мы боком идем, валим боком, ну, валим. Ворота черные, блин, это знак был. Осторожно, вагоны, вагоны. Ох, блин, это жесть. Это блин, головой сильнее. Слышишь? Тут... А, тут какой-то потолок мягкий. Мягкий потолок. Мягкий потолок. А смотри, лень все есть, смотри. Бац, ля. Свет, елки. Чтобы головой, главное, не удариться. А второе, смотрите. Где? Дворники работают. Дворники! Сумасшедшая редкость. Это вообще, блин, немного потряхивает. Да нормальный комфорт, что ты рассказывал. Ё-моё, опять боком валим, 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 валим. Не, комфорт неплохой, да. Да нормально это что? Ну да, что низковатый, он подрезать чуть-чуть. Но мотор, я слышу, что работает просто четко, да? Часы. Просто часы не работают. Не жрет, говорит. Ну, это видит. Оно живое сделанное все, или в смысле с хранения, это говорил? Сознание новое, электронное. Электронное, да? Новые. Осторожно, новые. Тут машины, тут машины. А тормоза знаешь какие? Стой, тормози, какие? Это просто сказка, с вакуумом. Ай, розочка, коралл. Мне этот, у меня мужик, у дедушки продает, похоже. А вот это знаешь что? Я говорю, что? Это воспитательница. Я говорю, понял, запомнил. Ой, блин, осторожно. Да пускай пропускают. Вот это мы валим. Воспитательница быстросъемная. Так да, это бородача можно воспитывать. Сейчас будет. Будем гонять всех. Валим, блин, вот это класс. А мой УАЗик там впереди стоит уныло, без кардана заднего. Может, Саня сделает. Давай, давай, ну, правда, давай, давай, ручка. Работа. Спиеду тебя. Работа, говорит, не знаю, успею, не успею. Ну, может, успеет. Может, нет. Этим прекрасным людям уже Шкоды убивать выдали, да? Приусы закончились. Приусы закончились, да. Думают, пускай на 1,2 Шкодах ездят. Ну да, чуть дешевле, да, наверное, чем Приусы, Шкоды. Ух, какая известная фирма. Видел, навстречу проехала? Конечно. Эта фирма недавно мою фуру вытаскивала. Спасала? Большое им спасибо за это, большое спасибо. Никогда в беде не бросят своего друга. Так, вот она танковая. Танки ездили, не, танки, ну... Танки ездили, это значит... Есть шансы, конечно, что суровый
сделает кардан до того, как мы доберемся к танковой. И мы сможем все-таки проехать. Ну, шансы небольшие, призрачные, но будем надеяться. Вон, видите, следы от танков. Очень надеемся, что он смотрит эту трансляцию и... Не-не, это запись. Это запись! Надо онлайн включать, да? Да, надо онлайн. Я же думал, ты онлайн, думаю, блин. Ну, сейчас включим. Я думаю, сейчас Суровый увидит это, разжалуется. И думает, так, пацаны, бросайте это ЛТшки, бросайте эту Бэшку. Давайте делать вас. В общем, летим на оффроуд. Все помазано, да? Все, мы в новой машине, почти на месте уже, елки-палки. Что с сигналом? Сигналом? Нет, я его еще не нашел. Тут, кстати, есть кнопки, но я не нашел. Давай, пока не нажимай, чтобы не ликвидироваться. Потому что может быть все там, и самоликвидатор может быть какой-то зашит. Зашит? Ключ с иммобилайзером. Сейчас подписчик сегодня, Дима, будет с нами. Купил человек у вас Патриот, чинил. А, это он писал? Месяц, да, или два, да, да, это он написал мне в Ютубе, как к вам попасть, я ему написал телефон. Блядь, телефон уже, все стоят, ждут. Все стоят, ну нас только ждут. Блин, сейчас я боком буду ехать. Не надо, Витя, я тебя прошу, дай я выйду, дай я выйду. Не, сейчас я буду буксовать. Не надо, Витя, осторожно, смотри, там иномарка какая-то, ёлки. Что мне бояться, у меня железные бампера. Ну да, он не прав там. Он не прав однозначно. Глянь, какой тут лед шикарный, тихо. Сейчас смотри, сейчас какой-то будет ажиотаж общий, мне кажется. Они, наверное, уже видят трансляцию. Смотри, банда не маленькая сегодня. Блин, нас бросит на асфальт. Нас бросит. Ёлки, я уже приготовился к страшному событию. Не ожидали. Осторожно же, это Женина машина. Или нет? Ого, так тут серьезно. А подожди, это не та, где твоя машина? Моя, пошли, я тебя подожду. Там же новая, новая подготовка машины. Вот этот белый дельфин. Подожди. Так, машину. О, ну так тут совсем же другая история уже. Ага. Лифтанулась. Колеса маленькие, правда. Колеса 33-е АТ-шные, но я сделал другую подвеску. Надо поменять. Все 35-е, 7-е. Что вы меня ждали? Поехали. Привет. Привет. Поехали. Вот это серьезно, ребята, подготовились тут. Такой красивый кадр, блин. Вообще дельфин. Джека буксует. Буксует, да, Жека. Да, да, да. У него проблемы реальные. Сейчас первая горка покажет все. Ну там, наверное, не сложно будет. Хотя сейчас. На УАЗике. Но меня Руслан забрал. Я же без машины был. Меня Руслан приехал, на бэхе забрал. УАЗику отвез, он допустим туда приехал. Так, стекло как-то надо бы чуть. Короче, давай подтягивайся сюда. Протереть, мы дрифтим, нормально идем. А? Да. Давай, боком еду. Осторожно. Нормально. Задом. Ладно. Осторожно. Придется подключать уже полные привода. Мы нормально тут едем. Ух, как мы жжем, блин, вообще. Вы видите? Стой, Жека, он же... Да он же свой. Он же продать хочет ее по нормальной цене. Да, это же не тот, наверное. Вот он, мы входим в оффроудную часть. Обходи за носом, подрезай. Да, влево. Давай, стой, осторожно. Опять нас крутит. Мы боком идем. Блин, что-то нас... О, так снимать удобно, слышишь? Блин, что-то мы задом начали ехать. Это жесть! Главное, чтобы огнетушитель не сломал мне ноги, он тут под ногами лежит. Смотри, там нас снимает кто-то. Ну, понятно. Там нас кто-то снимает, какой-то мужичок в шапке. Ёханный бабак! Полицейский разворот, главное не лечь на бок. Так, продолжаем валить. Вот тут влево уходи, он не по той дороге пошел. Так, хорошо, пока все началось неплохо. Слышишь, ма, по озеру, ну там глубоко, правда? Да я поеду. Нет, сейчас давай где не так глубоко найдем. Давай сначала хоть часик покатаемся, а часик, потом... да, потом утопим. Только можно я буду тебя на берегу ждать? Давай, ты же уже тонул сколько раз, тебя и так судьба отводила. Грех сейчас настолько у УАЗики будет утонуть. Так, хорошо, идем. Впереди два очень всемирно известных внедорожника.
Блин, какой тут выход на лед вообще шикарный. Ну, иди и делай. Лед слабый, наверное. Ладно, мы давай пока без льда покатаемся, да. А в конце уже водные процедуры. Так, обходи, подрезай. Вот так, да, 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 подрезай, давай, давай. Обходим, обходим. Нам вниз надо, вниз надо. Вниз надо вправо. Вниз вправо? Да, 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 вон дорога, видишь? Чёрненько. Да, да, да. Подрезай. Ёханый бабай, как-то мы пошли неровной дорогой чуть-чуть. Что-то тут не то. Давай за Рубиконом, Рубиконом! Становись в колею. Смотри, стекло не выдавили. А, стекло, ё-мо. А вот ручка есть. Да, вот же я все для комфорта продумано сделаю. Тут все вообще до мелочей. Настолько, настолько машина. Четкая машина просто. Глянь, как там на Рубиконе неуверенно крадется. Боится каких-то... Боится всяких подводных течений. Трудностей, блин. Что-то у меня как-то плохо отходит. Не, подожди. Осторожно, дерево! Блин, новое зеркало, елки-палки. Выжило. Что-то мне нас, с дрифтом, блин, кто-то надо... С дрифтом это не... Дрифт это не твое, мне кажется. Да, ну как это не мое? Я просто не могу еще научиться. Ну ладно, давай. Сейчас научусь. Пойдешь на курсы уже со следующей недели. Слушай, а хорошо, тут да, тепло в ней. Да вообще, можешь печку тише, кстати, сделать. Или там не регулируется. Есть два положения. Включено, выключено? Да, но я сделаю, чтобы... Будет вас не гудело на голову. Что? Вот первая горка, на нее в прошлый раз как-то было, не все могли заехать. Я не знаю, как у тебя удастся, ты заезжай и меня сбрасывай, будем смотреть. Не, нам, или можешь нам, перед нам, горкой нам, сбросить. Наши только с разгоном. Немножко солнца не с той стороны, но... Да не, но это ракета, да, песок замерзший. Наверное, все заедут без особых проблем, скорее всего. Да, все. Все просто, крайне просто. Никаких сложностей нету. Из-за того, что большой минус. Но эта машина точно заедет, наверное. Ну, сейчас там покруче есть горки. Покруче горки. Это тоже, я думаю, заедет. Сейчас обзор участников. Красивый у вас матовый. А вот и стоковая Нива. Виллис. Ну, на новых свечах. Купил я Роме свечи. Вон. Ох, думал, хоть кто-то поедет по целине. Лёня. Ранглер еще был. Так, количество машин не уменьшается у нас. И разнообразие растет. Дастеров сегодня с жимниками нету. А вот и Патриот. Это наш подписчик. Первый раз на стоковой машине. Все нормально едет. Вот какой-то известный очень человек на серьезном автомобиле. Что-то там было сломано, раздатка. Мы сейчас посмотрим. Привет, привет, Яна. Я уже рекламирую твой канал. Привет. Привет. А что он не едет? А, чтоб толкать, чтоб подтолкнуть ты могла, да, или что? Макс починил, наверное, машину. Хотя вчера говорил, что еще не починил. Пытаются показать нормальный оффроуд. Так, ну видите, здесь посложнее, но... Не для этих машин. Да, все замерзло. Все замерзло, Саня.
хоккей, любители поехали. Все, все замерзло, блин. Поехали, ну там покруче там. Есть. Да, да, поехали, покажем. А вот отставшая машина. Это Игорь. Директор, поехали. Поехали. Куда? В рейд опять? Там и едь нормально. Там, кстати, снимать удобно, да? Может намотать, правда, на 37-й триподор, но... Здорово. Что ты хочешь? Хочешь, можешь тут ехать, а я в Discovery, или как? А, это ты мне все места позанимали. Хочешь, едь здесь, а я в Discovery. Я погреюсь. Ну ладно, поехали. Ну как на новых свечах, Рома? Нормально. Лучше, нет? Да, но не... Еще до конца мы все. Блин, а можно подогрев сидений включить? Что-то как-то тут дует местами. Поехали. За кем держаться? Прямо мы первые едем, вот туда. Так, мы опять в Виллисе, елки-палки. Я еще с прошлого оффроуда в Виллисе не показал, как мы ехали. А тут уже на следующем. Может накинуть? А, чтобы я не выпал. Дверь надо закрыть, сейчас тут какая-то картонка. Корзина, картонка. Так, ну мы не троим, в принципе, вбились. Ну не троим, да, так уверенно. Проблема только резина. Уверенно, да, нормальная резина. Так, тут у нас все хорошо. Мне нравится, что тут не жарко, всегда хорошо. Нету вот этой, как его, духоты. Ну, вот он, подписчик. Так, тут сейчас будут горки посерьезнее. Там уже, ну, все замерзло, к сожалению. Я уже повторюсь, не... Повербанк ребенка есть. Не, у меня есть тоже. Замерзло, песок замерз, я имею в виду, и из-за этого сложность слабая сегодня. Дальше, может, будет веселее. Аппарат плохо работает? Не, аппарат хорошо. Песок замерз, говорю, сложность слабая. А вот горки. Ну и вон дальше они будут сейчас. Трактор в нашей команде? Да, трактор есть тут. Бульдозер причем. Что они тут копают? Опять песок тырят или меняют ландшафт. А, меняют ландшафт, смотрите. Да, тут горка есть хорошая. Что-то здесь происходить начало. Да. Бульдозер на ходу ездит, да? Да. Ну что, идемте, там есть хорошая горка. Давай. Сейчас покажем. Давай, не забывай.